Ах да, забыла сказать. У нас фарш сделан из индейки. Котлетки будут вкусные и очень полезные. Мешаем, намешаем. А котлетки будут на мультиварке. Чтобы фарш не прилипал к ручкам, мы их помоем. Очень помогает. Поляпаем, постяпаем. Ляпаем, ляпаем, стряпаем, чтобы были вкусненькие, воздушненькие и очень аппетитные. Вторая котлетка. Сейчас будет третья. Очень вкусненько и уже аппетитно. Так и хочется скушать. Но котлетки уже сейчас не готовы. Ах да, я сейчас постряпаю котлетки и буду делать блинчики. Аппетитно, но это еще не готово. Не ешьте. Не ешьте сырые котлетки. Мне уж что-то самой закушать захотелось. Такие аппетитненькие. А фарша все и меньше, и меньше. Вот и слышно. Вот, все готово. Такой цветочек. Наливаю в чашу воды. Ложим. Опа. Вот сюда. И закрываю. И ждем. Пойдемте все оформим. Ну вот, котлетки готовы. Пойдемте все положим на тарелочку и красиво оформим. И будем кушать мы с Мишкой. Ребята, посмотрите, какой красивый и аппетитный получился смайлик. Я сюда добавила свои листья, которые я очень люблю. И напишите в комментариях, как вам это видео? Понравилось? Захотели кушать? Тогда идите покушайте обязательно. Нечего голодать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока! You.